записи нашего гитариста Вадима Матросова. Кстати, давайте вообще его поаплодируем. Это наш единственный гитарист Вадим Матросов. Вот весь. А, да, сейчас мы... Если сюда можно какой-нибудь ветер подключить, то нам будет ветер. Там Вадиму жарко очень. Одному Вадиму, да, значит? Нет, мне тоже жарко. Но все мокрые. Ну как бы я такая, я же эгоистка, я же как бы. Ваше здоровье. Всадники грозы. Тебя пиво закончилось. Ну, хорошего гитариста пиво. Не задерживается. Не так горно. В основном аранжированы Вадиму. Поэтому там надо много-много аплодисментов. Много-много. Сейчас будет песня.
песня, которая посвящается Саратову и всем остальным городам, в которых мы бываем. И мы очень любим употреблять города. Но это правда классное ощущение. Погнали. Чё за песня? Город. Барабанщик у нас тоже пьет. А алкоголики? Пьет.
В общем, знаете, вот такой яркий пример современной музыки. Вот сейчас такая современная музыка, когда у всех вегетарианство, стрит-эйдж и спорт, и что-то еще. Спасибо, Антон. Вот. Ну, в общем, приезжают такие люди, я вот очень много музыкантов знаю, приезжают там, играют какой-нибудь хардкор, и при этом не едят мясо там, ну и все такое. Вот. И сексом занимаются. Вот этого не утверждала. Они занимаются, ничего не могу сказать. Но есть такие всякие хардкорщики, мы в Хомстонг очень много таких пересмотрели за 5 лет. Вот. И такие брутальные, прям какие-нибудь такие, прям накачанные, такие все с наколками, а потом раз такие, в общем, едят только зелень. У меня микрофон просто снимает. Что такое? Это поезд. Кто? Это поезд, да. Я просто был песен. Это бас. И раз, два. Мне кажется, это один вагон от другого звука. Блин, как будто поезд едет. Да, реально перецепляют вагон. Я что-то печенье. Во! Все будет еще хуже. Все подтерлись.
Че там у нас? Че? Отлично. Сейчас вот будет моя любимая песня. Она о том, как я люблю дарить подарки. Романтичная очень. Там все умерли. Сейчас она будет.
просто Макрон. Это просто Киркоров был, ты это не узнал. Это она, Стрела.